Давайте. А кто умрет? Ну... Все. Все, я остаюсь. Сдохните на боссе или через босса, вон за спину босса прыгните, и вы к ним прибежите, там, блядь, начало инста. Сядьте на маунтов, прилетите вон через босса, и там вон сзади босса спрыгните, как на Малакраса, иди только налево. Не тут, вон где сзади босс, где босс стоит. Ага. Выживший. Тут и паладин еще тут. Паладин, иди, может, Боба им надо будет. Иди пробеги на маунте только. Маунта можно заюзать. О, хорош. Ну, все, сэвэдился нормально.
Что ты делаешь над рыбой-то? Не скверняй наш шкафчик. Ну чё это? Залупа какая-то, нахуй. Блять, еще. Блять, че эти пидоры не исчезают? Ну, сука. А, я понял, тотемы были. Не знаю. Чем он там, ну-ка, полученный урон? Огненная стена 80 тысяч, ну. Ну, трэш это физушный получается, что он больше автоатачит, да? Но вот этот удар пламени 33%, 66% атака ближнего боя. То есть фактически, если его кайтить, то он меньше намного будет бить. То есть если какое-то замедление будет. А удар пламени
Вот, а что у нас из кайта есть? Ну, конус холода, тотем замедления, да, что еще есть? Типа... Ага. Батя, урод. Спускайтесь. Спускайтесь, если слеза БР, блядь, КД нахуй тоже. 3 минуты. Просто босс в центре телепортируется, чтобы всех притянуть. Ну, блядь, куда ты трэш будешь заводить? Куда босса будешь заводить? Центр, конечно, куда еще?
Да, трэш 500 тысяч всего. Попробую. Одного моба убил, получается.
Чё? Там войско, если что, дадите. Зубы по нему. Ну все, зергайте. Да какой нахуй БР, блядь? Вы чё? Я сейчас уроню нахуй. Все, пизда нахуй, это нереально, блядь. Понимаешь, они лежат мертвые нахуй, а трэш... Кому бить убрал тотемы? Залупа нахуй. Два тела, когда лежат, чилят нахуй. Как мы будем бить нахуй? Пиздец, ебать, нет слов. Слышишь, что? А третий танк есть у кого-то? Я помню, где-то на X2 мы, блядь, в три танка хуярили. Или в три хила? Или что-то такое. Или, может, хила третьего, хуй знает. Ты сдохнешь сразу, блядь.
Сука, три тела сразу, да, ебать, я тоже нахуй в хуйню забежал. Нет, три тела лежат, там никаких БРов уже не надо. Три тела, понимаешь? Два хила причем.
Минутку отойду. Сука. Где? Блять. А что-то в этом, в котором мы сидим? А, почти. Это который... А что за видос-то? А, вот это ссылка, что ли? Сейчас позырим. Это жестко. У меня нет мейнов. У меня все персы мейны.
Давайте уже убьем этого пидора. Алло. Ебать. Залупа ебаная. Че, вставалка есть? Ну куда ты нахуй встал? Ну ебаный рот. Да как хули засумонить? Лок-то уже покинул ебучее свое тело. Ебать. Кто это тело видит, нахуй? Кто это тело видит? Я не вижу, где он, блядь. Слез дерева рисую. Он... Попробую резнуть его, блядь. Слез дерева. Угу. Ну все, нахуй. Да подождись.
Сейчас лука резнут. Все. Надо какую-то нормальную хуйню придумать. Ебать, мы рискуем, пиздец. Я хуй знает, или РДРУ, или танк третий. Что-то, чтоб, блядь, нам проще стало, нахуй. Тут же берсы нету. Ну, надо пережить эту залупу с трэшем и все, блядь. Я лучше чистый эрдру. Там еще 6% от хила будет, от его нормально бафнет нас. Там, смотрите, мы на первом, допустим, Геру сдадим, на втором пускай ДК войска коснет, чтобы немножко разгрузить, и нормально будет. Сейчас он.
Вот сейчас пока бомб. Есть никого-то, я хуй знает. Или ты уже словил трэш? Да ёбаный рот, ну сука. Чё-то какой-то дрочево нахуй. Сука.